Привет, друзья, привет, коллекционеры! И сегодня у нас следующая, то есть очередная распаковочка моделек, транслируемые из Германии. То есть я транслирую вам из Германии мою распаковку очередных моделек. Вот так коробка выглядит, вообще не маленькая, нормально. В общем, есть что посмотреть. Я не помню, сколько здесь моделей. Я знаю, что здесь в основном все шабаки и, возможно, один какой-то Мерседес. Я надеюсь, что он открывашка. Или Мини Чемс, или Нориф, или Шику, что-то в этом роде. Я не видел точно, что это за производитель, но мне кажется, это будет хорошая моделька от Мерседеса, друзья. Вот сегодня первый день после отпуска, но это видео выйдет на неделю позже, в пятницу. Вот такие вот, друзья. Был я в Хорватии, как я говорил в предыдущем видео. Сейчас в Германии как бы погода никчемная, сыро, пасмурно, бывают и жаркие дни, но а в Хорватии, то есть не в Кроации, в Хорватии, а в Хорватии там жара, это было классно, чудесно и прям тянет назад. Ночная жизнь в этом городке вообще бомба, много туристов. Много музыки, живая музыка почти что каждый день в городе, криквеница. Море чистое, прозрачное, просто шикарно. Вот, друзья, давайте обратим, вот так запаковали нам эту коробочку немецкими газетками. Будем, в общем, распаковывать. Да, ну что, тут он, конечно, постарался, продавец, запаковать так. Надежно. Ну, я его просил хорошо упаковать, но он тут и постарался. Тут и ячейки от яиц. В общем, все на высшем уровне, друзья. Вот так выглядят ячейки от яиц. То есть часть их. Вот, друзья. Пришли две модели вот здесь. Ого, ну неплохо постарался. Молодец, красавчик. Здесь у нас, я вижу, 12 машинок. Все шикарненько, все классненько, молодец, отлично, красота. Да, я у него выкупил все шабаки, кроме одного, уже и так вот смагано. Думаю, он мне не нужен, он, наверное, есть, а может и нету, ну, я его оставил там. С надеждой, что все машинки как бы будут в хорошем состоянии. Я его не просил, чтобы мне себя показал, но это такой сюрпризик. Ну, а вот здесь мне пришли запчасти. Товарищ покрасил крышку капота. То есть, да, капот покрасил от Жигуленки. Будем собирать в будущем. Скоро, может быть, даже сделаю для вас видео, как собирал эту модельку. Посмотрим. Вот, покрасил, ну, отлично. Товарищ с другой стороны Израиля. И, в общем, да, как-то так. В принципе, все нормально. Я всем доволен. И работа есть. Машинки приходят. То есть пришли. Теперь будем вам их показывать. Ну что, друзья, давайте теперь посмотрим вот на эти два экземпляра, что у нас здесь пришло. Мне очень интересен этот Мерседес, который не шабок. Открывается ли у него какие-то элементы или нет. О, все-таки открывается задняя крышка багажника. Это прикольно. Так. Ну, он как-то так немножко сделан, странно. Так. Крышка, задняя крышка багажника открывается. А, здесь коробочка сломанная. Ну да ладно, не беда. Главное, что есть. Секундочку, я посмотрю, у меня здесь какой. У меня даже вроде бы один такой есть. Но крышка багажника закрыта. Там не открывается. А у этого открывается, это у нас... Мини Чемпс, вот такие Мини Чемпс, друзья, передние, нет, передок не открывается.
Здесь какая-то не прокрашена, наверное. Не прокрашена, но в принципе, ну, есть кое-какие мелкие косяки. Что у нас тут по подсветке? Свет сильно яркий, вроде бы. Давайте его немножко настроим. Немножко сделаем потемнее, да? Чтобы сильно не скрывались цвета. Вот, в общем, вот такая вот шикарная модель. Открывающийся элемент — это задняя крышка багажника. И этим эта модель ценная, потому что если поставить эту модельку на полочку и открыть крышку багажника, это здорово. Это просто здорово, круто, шикарно. И я подозреваю, эта моделька будет стоить больше 60 евро. Это здорово. Очень крутой улов. Можно ставить себе ее, в принципе. Внутри детализация, там наклеечка, как бы имитация торпеды. Шикарно. Шикарно, все шикарно. Звезда Mercedes присутствует. Как бы все выполнено отлично. Нет, все-таки хорошо выполнено и хорошее состояние. Ну да, конечно, она не игранная, но по состоянию есть как бы такие мелкие косички, сборки. Вот здесь как бы поворотник так странно сидит. Здесь он сидит лучше с этой стороны. А могу ли я... Ну ладно, ставим так. Пусть так будет. Вот такая вот моделька. Здесь как бы не очень гладкая поверхность на стекле, а на зеркале, на руднем зеркале. Ну, в принципе, шикарно. Очень шикарно. Ну и донышко как бы немножко там опущено, наверное, вниз, потому что шуруп чересчур закрутили. А так здорово, что открывается задняя крышка багажника, элемент. Вот, задняя крышка багажника открывается-то. Это здорово. Хорошая моделька, удачная. Я думаю, она дорогая. Это не из дешевых моделек, потому что она как раз вот с таким открывающимся элементом от Mini Champs. Это здорово, друзья. Для моей коллекции Mercedes, в принципе, неплохо. 320-й Mercedes-Benz 320TE. Автомобиль-танк неубиваемый. Так, а также... А, вот, видать, коробочка сломалась по пути. Можно будет приклеить хотя бы как-то там. А также пришла замотанная с этой моделькой вот такая Volkswagen Corrado. Вот такой Corrado. В свое время это были шикарные молодежные автомобили, которые были не всем по карману. Такие вот. А сейчас этих машин осталось очень мало. И они ценятся у любителей автомобильных клубов. Ну, в общем, у любителей классик автомобилей, классических автомобилей. Вот, друзья. Цвет шикарный. Замечается частенько у производителя шапок вот такие вот погрешности в покраске. Но это было нормально на тот момент. Моделька идеального состояния, мне нравится. Такой частый цвет был тогда. Гольфы 3 ездили с такими цветами, или Венту. Автомобили Volkswagen Venta ездили тоже частенько с такими вот цветами. Крышка капота, она же должна открываться или нет? Не помню, открывается она или нет. А, нет. Просто так четко сделан этот шлиц. Такое впечатление, что она должна открываться. Даже не могу вспомнить. Нормально, в общем, оставим так. Не могу точно вспомнить, я уже позабыл. Как бы давно их не обсматривал. Надо будет посмотреть.
Давайте еще раз попробуем. Нет, не могу открыть. Ну ладно, так оставим. Так, Vento G60. А, то есть Corrado G60. Вообще по состоянию классно. Здесь прикольная вещь. Здесь от 160 км в час. Как я помню, у них поднимался задний шпойлер. Да, вот. И здесь эта функция тоже присутствует, но... Да, вот она присутствует, эта функция. Но как бы еще, видать, моделька не юзанная. Вот видно, что отходит. Ну, оставим ее, пусть стоит на месте. Вот такой вот прекрасный экземпляр, друзья. Ну, я могу сказать, не очень дешево, но надо покупать, потому что будет дороже. Подорожания идут. Ну, а жить как-то тоже надо. Как-то надо покупать и продавать, и увеличивать свою коллекцию. В общем, да, вот так вот, друзья. Другая, следующая партия шести моделей. Хорошо упакованная, спасибо большое. Да, в принципе, хорошо. Так, ну что, здесь у нас Volkswagen Polo, друзья. Такая моделька, не знаю, есть у меня или нет, но это на мое время, когда я был молодым. Это были как бы автомобили часто, которые видимые на дороге. Сейчас все немножко поменялось. Что у нас тут по детализации? Открывается крышка капота. Я тут тоже думаю, что у Corrado все-таки открывается. Просто я не могу как-то там ухватиться. Ну и крышка задняя. Задняя крышка багажника тоже открывается, друзья. Вообще все открывается. Вот эта красивая моделька. Вообще просто бомба. Мне она самому нравится. Когда у меня вот эти модельки уходят, я всегда как бы немножко огорчен. Такая красота и ушла. Но, конечно, нужно, чтобы клиенты тоже были довольны. И им надо продавать такие изделия. Но это уже трудно получить на рынке. Становится труднее. Можно получить, но стоят большие деньги. А тут еще немножко получилось урвать. Так, да, это у нас Polo от производителя шапок номер 1001. Что это значит? Что за номер? Что, номерная моделька, что ли? Неужели это номерная моделька? 1001. Вот это надо понять, что это значит. Я не знаю. Я не думаю, что это номер каросы. То есть номер рамы. Надо будет поинтересоваться. Вдруг это номерная какая-то ценная вещь. И мы ее так просто продадим, да? Вот, друзья. Здесь у нас Audi V8. Да, и кому-то может не нравиться мой обзор, это ваши проблемы. Я просто вам показываю машинки без всяких тонкостей. Если вас интересуют тонкости, считайте их в Гугле. Гуглите. А мы здесь просто смотрим на приобретение. Вот, это у нас Audi V8 или V8. На немецком это читается как V. Открываешь все элементы, все, кроме задних дверей. Крышка моторного отсека открывается, багажник открывается. Просто шикарно. Ну, это как бы новая модель. Здесь какие-то как бы потертости. Ну, наверное, это тоже нормально. Поставив эту модельку вот так на полочку, одну закрытую, другую открытую, значит, как бы желательно две модели иметь. Это просто было бы бомба. Шикарная бомба. Красота, люксус. Вот.
Вот такие вот изделия делали больше 20 лет назад. Просто шикарно. Все очень красиво. Ну, полу, конечно, он вообще мощный, вот этот красный полу. Мне очень нравится. Да, надо покупать, пополнять свой ассортимент. Потому что когда-то они будут еще дороже. И будет как бы не так уж легко их приобрести. Так, друзья, вот здесь у нас Passat. Passat, Volkswagen Passat от Шабака. Колеса прорезиненные. Открываешься элементы. Все, кроме задних дверей. Это я знаю. И здесь еще стоят дверные карты. Друзья, еще стоят даже дверные карты. Что очень так шикарно. Дверные карты. Не на всех они стоят. На полу не стоят, на Audi я не видел. Стоят сейчас, нет. Вот. Еще бы, конечно, колеса поворачивались, вообще была бы бомба. Вот такой здесь очень большой багажник. И вот эти караваны, это очень удобно в хозяйстве. Кому-то нравится лимузин, а кому-то нравятся караваны. А караваны, это очень удобно. Загрузил много, можно перепарковаться легче. Все как-то удобно. Ну, хоть и лимузин, конечно, красивее. Вот, друзья, вот такой вот прекрасный экземплярчик. Да, неплохо, что я их приобрел. Меня они радуют. Это здорово. Прекрасные машинки. Даже если сейчас не пропадутся, будут радовать меня тем, что они у меня есть. Вот. Это хорошо. Так, что у нас еще? У нас, наверное, это видео очень долгим будет. Гольф VR. VR или VR 6. Ого-го-го. Здесь выпала дверная карта. Серого цвета VR 6 у меня еще не было. Вот опять же такая частая ошибочка покраски. Погрешность от Шабака. И как бы... Можем ли мы ее сюда вставить, эту? Ну да, придется что-то тут подшлифовать. Нет, одевается, все-таки одевается. Пускай так стоит. Вот, Golf VR6. А, нет, это простой Golf, но коробочка от Golf VR6. Номер 105-107. Шикарная модель, шикарная покраска. Отваливается. Ах, не так поставили коробку скоростей, как я понимаю. Она должна вот так стоять. Ну, вот такой вот автопром. Можно когда-нибудь приклеить. Да. Вещи, которые теряются. Были бы, конечно, колесики по резине, было бы шикарно. Но все же это шикарная моделька в идеальном состоянии. Немножко пыльная от коробочки, видать. Этот пух здесь отходит. Фазеры. Так, все присутствует. Все фары. Шикарно. Все элементы открываются. Это разве не здорово? Вот, друзья. Вот такой вот прекрасненький гольфик. Гольфо. На испанском. Надеюсь, что сейчас модельки не так уж и далеко от экрана. Вы можете все хорошо видеть. И меньше будет как бы жалоб. Так далеко, туда-сюда и так далее. Да? Вот, но мы стараемся. Стараемся, друзья, стараемся, чтобы все было прекрасненько. Еще одна аудюха, друзья. Да, цены на эти модели уже повысились. 60 евро ей будет цена минимум. 60 евриков. Красивый цвет такой.
Не помню, что у меня такое было, но очень красивый цвет. Да, жалко расставаться с такой машинкой. Audi. Открываются все элементы, кроме задних дверей. Просто красота. Ну, вот так поставить на полочку, разве это не шикарно? Это же красиво. Для каждой коллекции. Но если у меня такие моделек таких не было, у меня просто слюнки текли при просто виде. Просто при виде вот такого вот экземпляра. Ну, здесь как бы как-то так сделано, немножко недоработано. Но нормально, красиво. Видно, что это моделька А100. То есть Audi A6, извиняюсь, Audi A6. Шикарно. Шикарный экземпляр, шикарный. Да, друзья, это шикарненько. Вот, Audi белая A6. Караван. Немножко грубо покрашено. Ну, такую еще надо поискать. Немного грубовато покрашено, я вижу. Здесь сзади. Ну, по покраске все идеально. Ну, то есть нет никаких сколов. Все четко, шикарно. Открываются также все элементы, кроме задних дверей. Что еще нужно для полного счастья коллекционера? Немножко грубовато покрашено, как я уже говорил. Но все же белая моделька. Белая моделька очень красиво выглядит. Детализация мотора присутствует вот такого вот уровня. Я бы сказал бы неплохо. Еще у нас 6 моделек на обзор, друзья. Не знаю, хватит ли моего телефона на это все. Он уже тоже как бы заполняется там всякими видосиками. О, друзья, вот у нас Т4. Автобус Т4. Тоже трудно получить по доступной цене для перекупа. Все уже так поднялось. Вот, белый, чисто классический белый цвет. Это же шикарно. Шикарно, друзья. Каравелла. Каравелла. Шабак. Volkswagen. Шикарнейший. А что значит? Тут открываются все элементы. У Каравеллы открываются все элементы. Да, что очень здорово. У меня там еще коробка есть. Я недели 3 назад покупал. В одном магазине, который уже как бы закрылся, чтобы их посещать, но можно еще покупать в сети. С хорошей скидкой, так я покупал много. И вот здесь стекло немножко вот так выпуклое, да? Ой,
Вот сейчас она встала на место, да? Встала на место, хорошо. Вот так вот выглядит такой вот экземпляр, друзья. Крышка капота, конечно, не держит, но закроется сейчас. Оп. Вот так вот выглядит эта моделька, стоя на полочке. Сиденье для 7 пассажиров. То есть 6 пассажиров, 7 человек. А нет, 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 нет. Водитель и 6 пассажиров. Впереди двойное сиденье, посередине двойное. И сзади 3 места. Это значит на 8 людей. Семья из 8 человек. Как я понимаю, да? Шикарно. А вот так выглядит моделька. В закрытом виде на полочке бы красовалась, друзья. Хотелось бы мне такое что-то купить, чтобы есть по барахолкам. И продавать и скупать большие кучи разных предметов. Потому что барахолка тоже это интересная такая отрасль, что... О, телефон нагрелся, друзья. Сейчас отключится, наверное. Ну, ничего. В общем, вот такой вот прикольный экземпляр. Здесь у нас опять Volkswagen Passat. Но без наклеек. Такая коробочка, в общем. А, без песпуха всякого. О, покраска вообще классная, без этих капелек. Идеальная моделька. Колеса прорезиненные. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Хорошая моделька. Ну, это как и та моделька, у которой все открывается, кроме задних дверей, друзья. Давайте я вам немножко продемонстрирую эту красоту. Опа. Вот так тоже бывает. Это нормально. Как бы я смотрю на телефон, смотрю на машинку. И получаются вот такие вот маленькие аварии, что стекло как-то так вылетит и так далее. Так, друзья, вот так выглядела бы моделька на полочке. С открытыми элементами. Амортизация даже присутствует, друзья. Амортизация присутствует. Ну, сзади как бы присутствует. А, это ось такая мягкая. Покрышки немного цепляют за корпус. Но, в принципе, катается. Хорошая моделька. Шикарная. А стекло куда делось? Вот оно вылетело. Ничего страшного. Все еще в пределах разумного. Это нормально. У моделек... Ну, что-то она темнеет. Съемка темнеет постоянно. У моделек таких лет ссыхается пластик. И какие-то детали могут вылететь. Это нормально. Вот такие вот дела, друзья. Так, здесь у нас еще гольф-комби есть. Очень шикарные модели в идеальном виде. Это здорово, это меня радует. Шикарные модели в идеальном виде. Кстати, вчера ехали
с Хорватии, вот такой вот гольф, он уже старый, ездил здесь обклеенный, они, видать, на нем путешествуют, и на Audi A6 кто-то ехал. Тоже вся обклеена. Ну, то есть, это одна семья была на двух машинах, и металлические ящики наверху, они, видать, путешествуют по странам на этих автомобилях. Эти гольфы с мотором 90 PS TDI, они все-таки были надежными. То есть они надежные, до сих пор бегают, но уже их все реже и реже. Вот здесь у нас есть проблемка при открывании задней крышки багажника, задней двери, потому что цепляется за рейлинги. Рейлинги как бы немножко выступают. Вот, друзья, вот такой вот красивый экземпляр. Как бы не советуется на этих моделях, открывать заднюю крышку, заднюю дверь багажника. Цепляется. Уже попадались модели с загнутыми этими конечниками. Вот. Что у нас по коробке скоростей на месте? Шикарно. Просто шикарно. Это здорово. Ну, прям моделька в идеальном состоянии. Это круто. Это круто, это радует. Без каких-то косячков. Здорово. Здорово. Следующий. Volkswagen Vento, друзья. Ну, это вообще тоже такой частый цвет. Как бы, как и зеленый. Вишневый, в то время это было очень модно. У меня сейчас Toyota Corolla, она более краснее. О, а здесь у нас не хватает передних сидений. Эту проблему надо будет решать. Ну, я думаю, у меня есть передние сидения, и они должны подойти от гольфа. Это, конечно, косячок. Ну, ладно, ничего страшного, бывает. А, в принципе, шикарная моделька. Но передних сидений не хватает. Ну, маленькая такая печалька бывает. Поэтому я собираю и дефектные модели, чтобы запчасти были. А так, ну, просто идеально. Идеально красиво. Блеск. Хотелось бы мне приобрести, то есть оборудовать комнату, где будет такая вот выставка моделек. Но все никак не знаю, что и где. Как бы, где, чтобы так все четко смотрелось. Хотелось бы, да. Ну вот, друзья, вот такое. Ну, тоже все элементы открываются, кроме задних дверей. Что тут говорить? Надо немножко побыстрее заснять, потому что боюсь я... Что у нас по поворотникам? Я там не смотрел. Я все-таки боюсь, что телефон нагреется. Друзья, вот у нас еще один Т4. Шикарный автомобиль. Красивого серого цвета. Все присутствует. Поворотники, фары, задние сигналы. Стоп-сигналы, крышка открывается, багажника. Все четко. Если вы где-то увидели какие-то недостатки, можете писать в комментариях. Тоже шикарная модель. Вообще бомба. Да, цены повысились, инфляция идет. Все дорожает. Так что уже цены будут другие, друзья. Не как раньше. Немножко побольше, повыше. Вот. Ну, а также передняя крышка моторного отсека. Немножко засохшая. А, здесь переднее стекло мешает. Такой вот косячок. Ну да, она тут открывается, но переднее стекло здесь мешает, скажем так. Вот так. Вот, друзья. Ну, давайте посмотрим, как она будет выглядеть в открытом виде. Это моделька на полочке, это же шикарно. Как не посмотреть. Вот так она будет выглядеть в открытом. Ну да, ладно. Так будет в открытом виде выглядеть моделька. Это же красота. Любите Volkswagen'ов или мини-автобусов, мини-бусиков.
Просто шедеврально, красиво. Я рад, что я приобрел. Их трудно приобрести. Т4 вообще трудно приобрести становится. Их как будто все выкупают. Вообще шикарно. У меня теперь два. И в идеальном состоянии. Не покоцаны, ничего. Здорово. Будут ждать своего нового владельца эти машинки. Ну и, о, какой красивый. Вот это бомба. В двух цветах, друзья. Он еще открашенный. Вот этот я себе оставлю. Это я продавать не буду. Еще буква К. О, еще и снизу прокрашены. Во, вот этот будет мой. Он никуда не уйдет. Никакую. Меньше 100 евро не отдам, друзья. Вот это шикарно. Ой-ой-ой, как круто. Какая красотища. Это, наверное, очень поздняя модель. Обратите внимание, в двух цветах. Не помню, чтобы мне такой попадался. Мне попадались там какие-то служебные. Но это, блин, это мощно. К с буквой К. Это Кёльн. К, даже с номерами К. Прокрашенное донышко. Но я думаю, это с завода прокрашенный он. Ну, это шикарная моделька. Да, блин, вот это я в шоке, друзья. А, нет, этот не прокрашен. Смотрите, этот не прокрашен, этот прокрашенный. Вообще крутяк, крутяк. У него даже зеркала, имитация зеркал, друзья, стоит. Но если еще это был бы дом на колесах, типа такой маленький домик, микродом на колесах, было бы, конечно, шикарно. Вот это, не, вот эту модельку я себе ставлю. Сразу, друзья, говорю вам, эта моделька остается мне. Так что слюньки придерживаем при себе, мои дорогие зрители и клиенты, и покупатели. Так, вот эту я себе оставлю. Это очень шикарно. Я думаю, это какая-то специальная версия. Прокрашено. Дно прокрашено. И еще номерки. Я думаю, это все с завода надо... Вот тут открылась, декалька отклеилась. Надо будет как-то прибацать на место. Вот, друзья, вот такой вот видосик у нас. Здесь, конечно, еще три модельки были. Без коробочек они пришли. Я их вам сейчас не показываю. Может, покажу в следующем видео, может, не покажу. Потому что модельки все, в принципе, повторяются. Ну, это, в общем, Jetta. Volkswagen Jetta тоже купил по хорошей цене перед отпуском. Вот в отпуске они пришли. Во время отпуска они пришли, да, и вот такой вот ассортимент. Ну, а это как бы, здесь у нас есть Урал, самолетик, запчасти, с которыми надо будет вставить в побитые модельки. У меня товарищ организовал самолет, очень дорогой. На японском рынке торгуется в 200 евро такая модель жестяной игрушки. Здесь Урал, ну, вам всем, наверное, известно, это жестяной Урал. Это Баркас, скорая помощь из ГДР, а это какой-то тайванский танк, а кореянский танк М-75, ну, игрушка корейская. Вот, друзья, вот так вот мы развлекаемся с вами. Пишите комментарии, если вам нравится, подписывайтесь, если вам не нравится, не подписывайтесь, все нормально. Пишите комментарии, может, я что-то не увидел, может, где-то не хватает какой-то детальки. Ну вот это просто классная штука из всей вот этой покупки. И там еще Audi V8. Вот это шикарная модель. Вот это мне нравится. Это я себе оставлю. В свою коллекцию поставлю. Он не пойдет на продажу. Шикарно. Вот, друзья, я подозреваю, что эта модель дороже, чем обычная. Из-за проработки. Ну что, всем большое спасибо. Берегите себя. Ставьте, если вам нравится контент, ставьте колокольчик. Включайте колокольчик, чтобы приходили вам сообщения. Будем как-то там двигаться. Чем будем ближе к зиме, тем, наверное, будет больше заказов на модельки. Но, опять же, экономика в стране падает. И тоже хуже покупается все и продается, скажем так. Ну, а так все отлично. Желаю вам всего хорошего. Не болейте, берегите себя. Пока-пока, друзья. Спасибо.